Новый состав Общественной палаты городского округа Люберцы провел первое заседание. В ходе встречи был избран председатель палаты, а ее члены распределены по профильным комиссиям. Напомним, в состав органа вошли 45 человек. Отбор и утверждение его членов проходил при участии губернатора Московской области, люберецких депутатов и областной Общественной палаты. Первое заседание Общественной палаты нового созыва началось с поздравительных слов. Глава Люберец Владимир Ружицкий пожелал новоизбранным общественникам работать в том же ритме. Ведь по итогам прошлого года они стали лучшими в Московской области и успешно вошли в новое муниципальное образование – городской округ. И задача, чтобы мы вот в ходе этой реформы ничего не потеряли, чтобы у нас житель, который проживает где-то в Марусино, Матюково, Жилино или в Октябрьском, чтобы он, если возникают вопросы, он мог до этой власти как-то достучаться. Также во время заседания выбрали нового председателя Общественной палаты городского округа Люберцы. Им стал Петр Ульянов. Очень рад, что у нас собрался такой работоспособный, разноплановый и интересный состав в составе Общественной палаты. Уверен, что совместными усилиями у нас с вами получится очень интересная и плодотворная работа. В ходе первого заседания был утвержден перечень комиссий Общественной палаты городского округа Люберцы. Теперь их на одну больше, 13-й стала вынесенная отдельной сферы ЖКХ комиссия по дорогам и транспорту. В завершение встречи члены нового созыва палаты рассказали о себе. Возглавляю Люберецкое районное телевидение. В общественной деятельности занимаюсь межнациональными отношениями. Возглавляю ресурсный центр в сфере национальных отношений Единства российской нации Московского регионального областного отделения Ассамблеи народов России, который находится в Люберцах. Буду рада также работать и продолжать в команде на благо нашего Люберецкого района. Спасибо. Член областной общественной организации инвалидов-колясочников «Колесница». Занимаюсь баскетболом на колясках и веду разные проекты. Сейчас учусь в кинорежиссуре и снимаю в Люберецком центре социального обслуживания «КЦСОНИ» фильм про людей за 90 лет. Напомним, что общественные палаты существуют в муниципальных образованиях для согласования интересов граждан, общественных объединений и органов власти, для решения вопросов экономического и социального развития, для защиты прав граждан. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.